Включаем. Нет, стой, стоп, 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 стоп. Давно мы в этот конструктор не играли, да? Да. Вот какой у нас конструктор еще есть. Из него можно собирать разные механизмы. Тут идут блоки вот такие. Дима, стой. Ну, включаю, вот видите. Вот. Ну, она ехать должна, да? По идее, да. А по... Что-то не так собрали. Нет, мы все так собирали. Вот, видите, блок для батареек. Он крутится у нас вентилятор. Но она еще должна ехать, да? А по идее, она должна плавать. Ну, проверь проводочки. Дима, нельзя трогать винт. Проводочки где-то, может, там чего-то. Это... Дима. Тихо, Дима, не трогай. Ну, подтолкни. Остановить винт. Есть остановить винт. Остановить. Мне показалось, что она тронулась вроде. Мне тоже показалось. А, давай. Дим, стой, не трогай. Давай теперь я. Так. Да. Давай теперь я. В общем, тебе не дадут ее запускать, да? Конструктор. Так, держи лишние детальки, открой мне как раз его. Я... Так. Правда, у меня там немножко бардачко. Ну, никто не удивляется. Так, вот это так он выглядит резкое. Внутри. Да? Это совсем резкое. Вот. А покажи, где инструкция для сборки. А, сейчас. Тут вот всякие машины можно пособирать. Мне больше всего нравится канатная дорога, когда они собирают. Какие-то движущиеся механизмы, какие-то нет, да. Вот. Ну, в общем, вот так вот, да? Выбираем и собираем, да? Давай такой трактор. Трактор такой? Трактор.